Раньше здесь была обычная тропинка, но в дождливую погоду пройти по ней было невозможно. Теперь новый тротуар позволяет сохранить обувь в порядке, сократить путь и сберечь время. В нашем районе и в городе идут большие изменения. И хотелось бы в связи с этими изменениями поблагодарить главу города Юрия Федоровича Полякова о том, что к нему обращались координаторы населения, когда обратились и попросили сделать дорожки новые. То есть в народе у нас называется народная тропа. И у нас после этого обращения заработала ЖКХ, можно сказать. Начали делать народные тропы. Уже в первые дни жители ближайших домов по достоинству оценили обновленный пешеходный маршрут. Я считаю, что это очень правильно, что сделали народную тропу, потому что люди все равно ходили по грязи. А сейчас я благодарна администрации, что вот проводят такую акцию «Народная тропа». Общественники 12-го микрорайона сейчас обсуждают с сотрудниками администрации монтаж тротуара в районе 67-го дома. Здесь также от пешеходного перехода планируется уложить новую плитку. Большое спасибо хочу выразить представителям органов ТОС на улице Чехова за организацию проведения совместных мероприятий, таких как субботники. Письменных обращений мы друг другу не пишем. Что еще раз подтверждает налаженный контакт. Кроме повседневного устройства, совсем скоро начнется реализация другого крупного проекта. Здесь по программе формирования комфортной городской среды будет построен новый сквер. Руслан Душевский, Анапа, регион.